Равист. Запускаю. Просто говна столько, нахуй, половина дохнет на стаках, ебать. А мне еще что-то Да предъявлять все, пытаются. все, тихо, блядь. Сейчас мы увидим, кто что, какое говно делает. Босс простой, блядь. Просто вы играйте на выживание, как вас попросили. Лучше, блядь, его за 10 минут убить. Но с первого раза, чем пытаться что-то зергануть, там хуету какую-то сделать и вайпаться 2 часа, блядь. Вон там челики бегут, блядь. Ясно, нахуй. Захил сразу призана. Равист сразу иннер по призану. Шаманы вообще волка будете вкачивать, нахуй. В энх ветке, блядь, чтобы бегать. Билд специальный есть. Ваш приоритет выжить здесь. Вот эти смерти, они не нужны никому. Ты тут СС дашь на призана. Значит, притон дашь на кису. Четвертая глыба еще падает. Викторка дашь на синтека. Аюми проказ кастуй СС. Оставь у себя в кармане, может пригодится. Посмотрим. Стойте ближе к боссу, сейчас будет притяжка. Чтобы лететь до центра босса было меньше времени и больше времени на то, чтобы отбежать. Вот все все успевают, нормально. Смотрим меточки. Походу третья взлетка будет. Метки вниз. Друг с другом только не бегайте толпой. Немножко подальше станьте друг от друга. У нас черепок. Слева падает. Крайние склепы там. Ну вот 4 человека, 5 человек не видят. Справа падает. Бегите. Захильтесь. По центру ровно. Это третья. И четвертая летит при тону, захильте. Четвертая чуть правее центра. Сейчас после дыхания будет притяжка, готовьтесь. На нейбаум. Значит, перед дыханием. Равиз. А, СС был, хорошо. Ставь тотем призан сразу. Равиз, ты ему инер. Вадикон тоже ему инер ебанит. 3% 7 секунд до взлетки. 2%. Успеем. Давайте СС призвана или нет? Да, дай. Все, пошла фаза. Первую звезду сразу разбить. Милики уже можете уйти в локовские порталы, там чилить. Вот. Призон. Сразу его разбиваем. Это хил. Сразу разбиваем.
следующую звезду и будет притяжка. Смотрим на ком. Так, рарник. Не бить. Так, немножко поддотывайте, сейчас будет притяжка, смотрим. Поддотывайте немножко. Когда каст притяжки закончится, сразу это самое. За звезду, милики, отойдите, там челик звезду ставит. Отбегите быстрее. Давай я перетаунчу, я перетаунчу. Ты мог после первой уже со склепа забрать. Сразу как скидываться. Лядри, хильте. Хилы сейчас главное, смотрите за этим. Следующую звезду и сразу разбить. 11 стаков, но мне это очень хуёво. Милики, уходите. Ставим звезду и сразу разбиваем. Следующую то же самое. Ставим звезду и сразу разбиваем. Иду менять. Иди скидывай. Сразу разбиваем. Смотри, не заморозься, Лиадри. Ага, скидывай. Войда хилим, хилы 5 хилов. Встаньте поближе немножко к склепу, чтобы вы доставали меня все. Вот, сразу меняешь. Следующую звезду ставим. Звезду ставим. Кто там? Притяжка. Будет притяжка. Готовимся, не бить. Смотрим внимательно. Не бейте. Сейчас будет притяжка. Захиливаемся, все на фул хп стаки скидываем. Стоим, ждем. Когда притяжка закончится, сразу разбиваем, сразу ставим. Следующую разбиваем. Фул ДПС разбиваем. Милики, отойдите, в звезду ставится еще склеп. Он сразу разбивается. Я забираю, иди скидывай. Сразу этот склеп разбивайте. Еще один, наверное, поставим, и будем уже в сторону ставить. Сейчас последний склеп звезду, все за ним скиньте. Последний Виктор Карас звезду. Все остальные в сторону, фул ДПС. После него сразу его разбивайте. Последний раз меня меняешь. Я потом... Я не могу все его сейчас так сбросить, я понимаю. Да, как скинется. Все, Геру, фул ДПС. Айнер. Все остальные в сторону. Топа выбеги. Следующий в другую сторону выбегайте. Сдох нахуй, ебать, ясно. Так, ну дал, короче, не зыбку. Выпсень давай на хп гиб. Блять, Равис подох уже. Гадовал, потому что... Айновин в сторону. Чё там лям добиваете? И давай массакру. 300 тысяч. Ну, я не знаю. Боже, какой же лут дерьмовый. Второй КД подряд, блять. Четвертый КД подряд, это такая... А что там выпало? А, кольцо. А, не кольцо. Два защитника вообще надо кому-то? Так, на стресс и... Экиса закинул. Почему они на шамане? И кольцо. На лича бегите, Вальку не сагрите, ставьте шкаф на лече. Если бы не этот вайп, конечно, наверное, успели бы РС-ку еще. Но уже прогресс, уже лучше, чем прошлое КД. На прошлом мы с Индру с первого трая забрали. А я что-то не вкуриваю, а что, не надо никому кольцо, что ли? Это вот то, что я имею в виду. Я десятку давал. Погоди, еще раз, тыкнись еще раз. Так, синтек 50% жмет. Ну, синтек на Эрдру, наверное, ему лучше подойдет. Юпсин 10%. Кому с вас отдать? Синтека там 64-е, 77-е. Ну, вот это получше будет вместо крита. А у тебя 64-е, 77-е тоже с критом. Че, синтеку за сотку, либо Юпсин? Ты, короче, за 10%. Синтеку отдаю, да? Да, давай. Все, за сотку закидываю. Суманите там на лича.
Так. Танк с шаркарями стоит в треугольнике примерно. Знаешь, да, этот Лядри? Шаркаря забираешь. И. Так, то шаркарей знаю. Чем-то дальше отличается. Нет. Ничего, десятки. Ничего не отличается. Короче, то же самое же. Короче, с шаркарями как ты делаешь? Шаркарь у тебя один и один маленький моб. Когда выходит второй шаркарь, ты уже маленьких не берешь. То есть два шаркаря и все, ты без маленьких танчишь. Чтобы быстрее у тебя шаркари умирали. То есть кучу вурдалаков не таунти. Потому что если с кого-то сдиспелится чума на вурдалака, и потом будет непонятно, где он там бегает, в рейде, не в рейде, то надо будет еще заметить. Если чума по рейду пойдет, будет вообще жопа. Так, сейчас подожди. То есть вот он сейчас призовет одного вурдалака, я его таунчу, потом еще одного шаркаря, потом на вурдалака забиваю хуй, таунчу еще одного этого, блядь, здорового, да? Да, называется правило двух мобов. Все. Синтек, Вюпсень и этот, будь призван в хиле. В пизду, чтобы заражение вдруг если что прохилить. Вюпсень готов? Вюпсень. Вюпсеня нету. Вюпсень, ты тут? Вюпсень. Опять шмыгаешь, Лядри. Все готовы, написал. Заебись, запускаю. Тут просто не нажимался что-то, блядь, нихуя. Короче, самое главное, что на этом боссе, это... Выносите чуму в треугольник, потом на переходке бьете духов, напуливаете. Ну давайте по очереди напула. Он реально всегда первого духа, топа второго, история третьего. На Войда напуливайте. А четвертого там если что заберешь, Леандри, на второй переходке. Ну и на этой, как он называется, на второй фазе, когда говорят там с центра убегать, вы бегаете. То есть вот за вот это кольцо осквернение разносите, там на челике будет черепок. Будет надпись «Искорение на мне», от него надо быстро отбежать. Вальки тут летят быстро, поэтому их надо замедлить. Вары используем подрезание сухожилий, маг, конус, холода, там всю любую хуйню, что замедляет скорость движения, все используем. Всю парашу. Знаешь, на диспел чумы, потому что, блядь, паника в чате началась, чтобы они сейчас в рейде это не сделали. Вюпсень, ты диспелил чуму? Да, диспелил. Ну вот ты подиспелишь тогда. Ебаный лич, нахуй. Вон тебя шаркающий перед тобой вылез. Одного мелкого забери. О. Призом вынес, нормально. Вот когда он сдох, можешь еще мелкого забрать. Только смотри, чтобы он начал двигаться, бегать. Вот он... Фиг таунта пройдет и все. Вюпсень. Так, у нас Святос, кстати говоря, вылетел. Так, шаркар через секунду. Он возле тебя появился. Все, вот его второго большого забрал, и больше уже мелких не берешь. Лядри. Бери. Да-да-да. И так чумак просто между ними будет по КД перекидываться и быстрее помрут. 2%. Чума, кстати, была уже? Вроде была. Все, пошла переходка. Эту хуйню просто уешим. Просто уешьте.
Так, ну давай первый тотем сливай Акиса на этой переходке. На второй уже призом будет. Блять, боярните меня. Чума по рейду пошла. Вот ты тут умирает, Вадикон с чумой. Ты не диспелил чуму, принес в рейд? На Вадиконе чума. Заходите в зиму. Сам с себя можешь диспелить, если чё. Понятно, блять, весело, круто. Охуенно, мне понравилось. Круто было. А вы что, не видите, что на нем чума? Юпсень, два шамана. Айнавен. Я видел, но назначенный человек. Я думал, он диспелит. А как было вообще? Ты прибежал и издиспелил ее в рейде? Сдох, и все. А, сдох, да, ну, она дальше пошла. Ну просто вовремя не издиспелил. И надо подождать, тебе там поставить, пока с тебя здесь спалит. Если здесь спалит, тогда заходить в рейд. Круто. Вы этого не знали, наверное, да? Ставьте шкаф, зуми. А разницы-то нет. То есть, если даже он в рейд придет, его здесь спалит, она по рейду пойдет. Надо диспелить, ну, надо диспелить, он же 15 метров. Давайте я на ретрик, я подиспелю всю хуйню. Не, я даже если бы он умер бы, он ну, бы на нас если бы, ты, не если ты диспелишь, когда шаркающий сдохнет с паладина танка, который может себя диспелить, если ты диспелишь, когда последний шаркающий сдохнет с него, и он побежит к нам в рейд без чумы, то, наверное, да, тебя надо ставить на диспел, а не остальных. Я диспелю, всю фигню, давайте. Товарищи, Айнавен и Вюпсень стыдно должно быть, как так, вообще не понимаю. Ну, Пал тоже мог заанонсить, что на нем чума, и... В смысле? Это вы должны за этим следить, а не Пал должен анонсить. Блять, ну я всегда анонсу, чтобы с меня сняли, когда убил, умер последний шарпу, еще снимают, то есть без проблем. Так у вас не показывает, у вас не показывает, что чума есть, как он называется, в аддоне для хилов. Там же а показывает... если бы Паладин сам себя мог бы спасать. Ну, прот, он просто закончил, диспелил, вернулся в рейд. Хиллботе показывает. Это, а что вы на Паладина тянете? Никто ни на кого не тянет, просто, ну, что-то мусоли сейчас, ну, вайпнулись и вайпнулись. Анреальный тут? Вайпнулись, да, охуенный урок получили. Гайд теперь, что надо диспелить, оказывается, чуму с себя, блядь. Теперь мы это узнали, усвоили, ну, ничего страшного. Кто знает, сколько еще таких уроков жизнь преподнесет. А на реально ты где там, DC есть? Заходишь? Где он там? Блять. Ты заходишь? Да у меня, блядь, свет, блядь, сука, и клацнул, блядь, пидорас, моргнул, рот ебал, блядь. Ну так заходишь в игру или захожу, нет? Захожу, запускаю, запускаю. Все. Ага. Хуй-то ебаная, блядь. Заебала, блядь. Сейчас себе мертвящая чума, блять, вуду добавлю. У меня на классах, которые могут диспелить, показывает красным цветом вуду, меняется цвет. Показывается эта хуйня. Сейчас я себе еще на ДК захуярю. Мертвящая. Правильно? Чума. А, она даже тут есть, только надо ее ебануть. Стаки. Ебануть, добавить ей звук какой-то, нахуй. Вот такой жесткий надо добавить. Еще надо цвет ебануть нахуй. Какой-нибудь. Какой там был? Чумной вот такой он красноватый, да, блядь? Хуй знает, вот такой примерно. Окей, нажимаем. Теперь пиздец, теперь мне будет оповещение звуковое. Что чума, оказывается, кинулась. Ты консумон? Это что, нормально, блядь. Жрите рыбу. Ух.
кто там еще диспелить может? Шаман, да, Гриш? Да. Ну вот, пускай нахуй считаем, что Випси не умеет ебать. По ханту можно каску и кулак, пожалуйста. Вот у шамана вот этот талант диспелит. Вот, пускай, говорю, будем считать, что Випси не ебаем вообще, ну, нет. Так ты не будешь диспелить, короче? Не, да, пускай шаман. Этот, какой из шаманов подиспелит? Чтобы заебов никаких не было, типа там... Я там анонсы жду, еще что-то. Этот, шаманы, вы тут? Акиса и Призен. Кто из вас может нажать очищение духа? Акиса, ты будешь диспелить тогда? Запустил босса. Каску, а все, вижу, нормально. Там, если что, не забывайте такую хуйню. Чума, она через 5 секунд, она тикает, шотает человека. Ее нужно на 4 секунде в любом случае диспелить. Вынес он, не вынес. Если она пошла по рейду, нахуй, надо сдиспелить. Потом человеку, который ее получил, отбежать от всех. Выбежать из рейда и потом только сдиспелить. А если ее, блядь, не диспелить, будет все падать. Если диспелить по КД, просто у Лича будет конденсатор чумы такой на нем есть. И просто шот придет. Вот если это, конечно... Да, это баг какой-то, или у меня, блядь, каски кулака нету, блядь. Что за бред, блядь? Я не вижу их просто. У тебя все есть. Есть все на тебе. Хуйня какая-то, блядь. Да, баг, наверное. Ну, да, все есть. О, сейчас появилось, блядь. Ебанатство, блядь, сука, хуйню сделали, блядь. 3, 2, 1. Сейчас Шаркарь будет перед лицом Лича появляться, я к тебе не поворачиваю, так что... Эвилаша, чума. Ну. Это ты сам себя диспалил, да, сейчас? Чума, смотрим, скоро будет, через секунду. Дев, не ир, маг, диспел. Леандрин, так. Еще Шаркарь. Чума 2 секунды, готовимся. Сегодня не успел кинуть чуму. А уешьте этот мелкий трэш. Все, диспелил, да? Все, заебись. Чумы нету. Ебать. Равист, когда зайдем туда, после заражения реснишь синтека. Две сферы сейчас разбейте, две сферы. Вот еще одна. Еще одна. Разбейте. Не бегите на нее. Сейчас заражение пройдет. Равист реса синтека. Вставай. Идер ему тоже дай. Валик фулл ДПС.
Значит, осквернение 7 секунд. Милики уже из-под валик ушли, право-лево. На дороге движения валик не наливать осквернение. В центре тоже не наливать. Вот черепок. Все, валик добиваем. Валя, улетела. Замедлите, проебем. Вы замедляете, поебали. У вас замедляющей хуйни никакой нету, что ли? Так это лог был, сейчас... не нужно бить. Хорошо, это самое макросы потом сделайте. На полукруг вставайте, от лужи до другого края лужи. На железное кольцо, РДД и хилы уже вышли. Милики через 2 секунды выходим, милики выходим. Осквернение 3 секунды. Вальки хватают, даем им стан. Лужу разливаем и фулл ДПС полечу. Вот, прям под вальки. Трусы не бейте, парни, трусы не бейте. Фулл ДПС по валькам. Трусы не бейте, там лог. Вот ромбик разбивайте. Сейчас, короче, та лужа исчезла. Смотрите, сейчас лича вывожу с центра. Сначала будет лужа. Немножко вот так растягиваемся на этот полукруг. Так, подходим. Осквернение 5 секунд. Когда лужа разольется, возвращаемся в центр к личу. Вот смотрим лужа. Все, лужа разливается на притоне. Идем к личу. Даем за спину лича. Там к локовским порталам будут вальки лететь. Давайте Геру. РДД в ромбик, милики в кружок и треугольник. Милики вот эти две бьем вместе с личом ауешем. РДД все по ромбику. Осквернение 5 секунд. Выходим с центра. РДД ромбик разбивайте быстрее. Осквернение 2 секунды. Разбежались. Набираем рейндж. Рейндж. Вот осквернение налил прямо на локовские порталы. Локи, переставьте порталы. На другую сторону лича перевел. Еще одну волну валик будем бить. Через 5 секунд хватают вальки. Вам надо находиться за спиной лича. Летим на другую сторону. Так. Разбиваем валик и потом будем переводить уже. Фулл ДПС по валикам. Осквернение 5 секунд. Все, милики из-под валик ушли. РДД бьют. Осквернение секунда. Разливаем осквернение и добиваем валик. Осквернение на мне. Иду к валькам. Фулл ДПС по валькам. И фулл ДПС по лечу 2%. Готовимся к переходке. Будет массакра от протопала. Мастер аур на лед. У кого стоит лед. Я еще дам незыбку. Давайте всю эту хуйню готовим. Дал незыбку. Мастера массакру. Заходим туда внутрь. Захиливаемся. Синтет не сдохни. Все. Духи напуливаем на звезду. Осталась самая легкая фаза. Там 5 хилов должны среагировать и захилить человека, которого будут засасывать в комнату. Что делать в комнате? Какому классу? Каждому мы скажем. По да, сферам вот, помогите. Да. По сферам помогайте Локи. Или сова, или кто-то там помогайте. Юл, кто-нибудь еще. У кого откатится КД, короче, сейчас третьего духа можете не напуливать, а четвертого духа все напулите, у кого без КД будет напул, на этого, на Лиадре. Так, вот этого я еще заберу. Самое главное. Короче, это, холипал, массакра у тебя есть? Ебать, угу. Что это было? Захилю. Развернули вред. Ебать, это я развернул? Как так получилось? Да. Пиздец. Сферы, две сферы бейте. Это я вроде на месте стоял. Ладно. Вот челика захиливаем. Титикаку. Короче, станом собьешь каст. Если стан КД, то гневом небес. Если гнев КД, то изгнание зла. Перебегаем за лечом, уже играем через портал и глыбу. Глыба, портал бегаем. Осквернение 2 секунды. Наберите рейндж между собой. Вот осквернение черепок. Подходите к лечу, прячьтесь за лечом. Духи летят к рейду, я их помогаю хлопать. Ебать, чё их так дохуя, Блять, протопал, ты где? Лиадри. Я внизу, или я бабли половлю следующих. Я все понял, но где ты сейчас был? Я чуть не сдох. Так не назначали сейчас. Я ж думал, есть кому. Ты хлопаешь. Ты. Второй танк хлопает. Никто не. Сквернение. Не, я тебе говорю, зукля. Да какая зукля? Я говорю, протопал. Вот сейчас смотри, мы стоим здесь.
Рейд, станьте к ступенькам. За спину Лича спрячьтесь. Летят духи. Их хлопает квадратик и звезда. Вот где квадратик? Я не вижу. Он нас хлопает. Только по много сразу не хлопает. Вот хлопает. Челика забирает в комнату. Титикаку второй. Ну, дубль 2, блядь, захил его. Вызов духов. Уже бежим. Уже к порталу. Уже все бежим. Видите, я уже бегу. Вы там стоите еще до сих пор. Скринение секунда. Призен. И сюда беги. Зачем ты туда бежишь? Вы, это распространенная ошибка. Вы в луже не крутите реверансы. Там бегите сразу туда, куда вам надо бежать. К рейду. К хилам. Прячемся за личом. Духи летят. Дал незыбку. Хлопаем. Хлопнул 2, хлопнул 3. Я под бабом схлопнул. Все, 2% добивайте. Ну, 15 минут осталось. В принципе, блядь, собрать уже ничего мы не успеем. Сейчас ЕП за эту хуйню дам. Первое ЕП в гильдии. 24 человека. 1200... Надо отпраздновать. Пухаем, ебать. А, пиздец. Мы... 1250. Я уже сильно. Ну вообще, если посчитать, я не помню, во сколько мы стартанули, но это что, 3 часа, да, примерно у нас ушло? Мы стартанули 2:40. Примерно раньше, 2:40. Чуть-чуть где-то. 40 минут, да. 2:40, ну нормально, в принципе, хороший показатель. Так еще одного не хватало? Ну, с занерфленной цифрой ХП в обычке уже нормально. Вот получается завтра, суббота, то же самое время, 16:20 примерно. Я там... на полдня на подработку. Ну, я, в принципе, к 16:20 должен успеть приехать. РС-ка. РС-ка. Потом, наверное, после РС-ки ГМХМ сразу усилимся там токенами. И в тюрьму сходим. После этой хуйни. РС-ка, ГМХМ, это все быстро должно быть. РС-ка 20 минут. ГМХМ минут 40. Максимум час. Вагонов сколько? Ну, слово быстрая тюрьма, мне кажется, это, блядь, несовместимо вообще. Нет, тюрьма это инс на 40 минут, если все знают, что делать. Вот ты будешь тактику рассказывать. Я буду. Да, мне кажется, там не тактика, а там рандом именно, блядь, боссовский. Ну, там много чего складывается. Во-первых, ну и тактику тоже надо понимать. Надо и лично, чтобы каждый игрок что-то ну, делал за свой класс, умел, понимал. Ну, и дух прилетел. Плюс там большую роль играет одетость рейда. Если рейд, скажем, 300 тысяч ДПС, то это одно, он будет в определенные цифры и обилки босса упираться. А если рейд 370 тысяч ДПС, это совсем другое. Там просто все зергается. 35 минут мы проходили, 370 тысяч ДПС у нас рейд. Ну чё, блядь, арбалеты и обоссанная эта хуйня. Два завоевателя, блядь. Будут параша. Ну чё, один хант, ГЦ, что можно сказать. Так, два токена тебе закинул тогда. Этот Крис нужен кому-то, нет? ПВП там, не знаю, куда-нибудь. Так, на распыл. И арбалет. А хантон надо вообще? У него дона вроде нет. И ПВПшного, поэтому... Конечно, надо. Mm-hmm. Так, а что у меня там? Сейчас я гляну. Эти вроде подороже 270-е шмотки. Ну да, 271-е. Так, ну и все. Так, ИП я дал, все, все, заебись. Все на сегодня тогда. До завтра. Приходите. Кто может, кто не может. Окей, всем спасибо, ребята.